За последние 10 лет заболеваемость злокачественной опухолью щитовидной железы выросла на 50% среди казахстанцев. Этому способствуют многие факторы. Недостаточное употребление йода, плохая экология. Более усовершенствованными стали методы исследования. Об этом речь шла на научно-практической конференции «Мультимодальный подход в тиреоидологии». Ведущие специалисты в этой области, а это онкологи, эндокринологи, эндокринные хирурги, медицинские физики и врачи-химиотерапевты, обсудили инновационные методы исследования и лечения рака щитовидной железы. Одним из инновационных методов лечения специалисты считают таргет-терапию. Это метод направлен на саму опухоль, также на отдаленные метастазы. От химиотерапии метод отличается избирательностью, действует только лишь на больные клетки, не затрагивая здоровые. При злокачественной опухоли щитовидной железы делится на два вида. Это дифференцированные формы, благоприятно протекающие, и плохо протекающие, недифференцированные формы. По нашим исследованиям, дифференцированные формы, благоприятно протекающие формы составляют 84,5%. Это подавляющее большинство. И подавляющее большинство пациентов можно вылечить. И даже те неблагоприятные формы, появились же новые технологии, новые методы диагностики. Для них есть целевые препараты, которые основаны на самой генетике опухоли, называется таргетотерапия.